База 11 представляет. Здравствуйте! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня в выпуске это один из ранних сборок бета-версии. Это Windows 3.1 для рабочих групп под кодовым именем Sparta Build 0.14e, то есть сборка 0.14e. И в отличие от оригинала, там, конечно, некоторые могут отсутствовать, но, тем не менее, давайте узнаем. Включаем. Первое, что бросается в глаза, это ошибка. А на экране загрузки тут, как обычно, версия загружается, но... Зато есть вот такое. Как всегда, есть... Развернуть на весь экран, свернуть. Давайте уберем. Восстанови я. Два раза, если нажать здесь, то это можно закрыть и выйти из Windows в DOS. А если один раз, то дополнительные функции плюс task list. Файл. Так, run. Помечен как 1991 год. Сборка была собрана в конце июня 1992 года. Итак, есть опции, есть окна и помощь. Вот, пожалуйста, 1992 год, версия 3.1, 0.14e. Итак. Тут вот такое вот. Заходим в файловый менеджер и, пожалуйста, такие вот функции файлового менеджера с управлениями, все остальное. Работает вполне себе неплохо. Со звуком и всему остальное. Файл, как всегда, можно копировать, удалить, переименовывать и так далее. Диск, три, показ, опции, окно и, конечно же, помощь. Панель управления, цветовые схемы плюс настройка цветовой палитры, шрифты плюс TrueType шрифты поддерживают еще. Сколько всего. Порты, компорты плюс настройки его. Мышь. Настройка мыши, скорость и тест. Настройка рабочего стола. Задаются узоры. Какое можно выбрать? Заставки. Заставки, как у оригинального Windows 3.1 без версии рабочих групп. Blank screen – это черный экран, ничего особенного, ожидать не стоит, да и в настройки не пускает. Flying Windows, то есть со значками Windows. Таким образом можно регулировать скорость, задать столько-то. Текста на экране. Windows 3.1 при необходимости можно настроить позиции центр и случайно фона рабочего, точнее фона, цвет фона, скорость его, текст. А если нажать формат текст, то можно менять шрифт и цвет. Также эффект. Зачеркнутый вид. Подчеркнутый вид. А если так, то таким образом. Геометрический вальс есть. Также есть настройка со цветами еще и сквозь всеяную.
Также можно настроить фоновый рисунок по центру и tile, то есть на весь. Сколько всего. Клавиатура, настройка клавиатуры, скорость и тест клавиатуры. Принтеры можно управлять, добавлять и удалять. Подключить еще. Региональные настройки. Azure Country у меня стоит. Языки еще. Формат даты и времени и деньги. Дата время. Все как обычно, что с Windows 3.1. Сеть. Здесь это настройка сети, поскольку это будущая версия Windows 3.1 для рабочих групп. И изначально было все на английском языке. Русскоязычная версия для рабочих групп появилась только в версии 3.11. Помню такое, когда я ознакомился подробнее с DOSBox. В 2014 я установил тогда Windows 3.11, русскоязычный Windows для рабочих групп, кстати, было. Можно коммент оставить для себя. Опции настраивать адаптеры. Вагон. Включить и выключить. Все путем. Настройка сети. MIDI Mapper — это настройка MIDI синтезаторов. x86 Enhanced. Все расписано. Настроить можно. Драйвера. Тут звуковые драйвера обычно можно добавить. И что? И звук. Звук. Помимо вот этих вот стандартных звучков, тут появились входящий звонок и исходящий звонок. И вы должны это слышать, поскольку эти звуки в этой версии длиннее, чем у оригинала того же. И что? Так что... Таким образом, это все работает. Настройка принтера. Всякие опции. Тут значки заметны вместо подписи. И это логично, поскольку это будущая версия для рабочих групп. О, а тут вообще другая история. Это буфер обмена в таком виде и в таком виде. System Keyboard и Local Keyboard. Файл. Редакция. Дисплей, Window и помощь. Команда MS-DOS, настройка Windows, установка, пожалуйста, Change, System Settings. Выбирается клавиатура, мышка. Сеть нет, потому что другая история. Установка программ, а также добавление, удаление компонентов Windows. Что с играми? Тут всего лишь две игры, но об этом чуть позже. PIF-редактор в таком образе. Прочти меня. Тут говорит о Windows 3.1. И тут mail, почта. Правда, тут post office, ingress, MS-DOS, utility, share. Не работает почта. Да, блин. Shadow Plus. Тоже есть, но не запускается просто так. А так, такие функции появились. И обмен почтой, и... кое-что еще. Почта, потому что
Опять же, будущая версия для рабочих групп, а не обычная версия. Итак, реквизиты. Печать документов. Файл сохраняются в формате WRI и DOC. Редакция. Найти характер, параграф, документ и помощь. Можно печатать. Paintbrush самый обычный, что и в обычной версии. Ластики, кисточка, заливка, распылитель, текст, вырезание. Фигуры и, конечно же, размер рисования. Таким образом рисуется. Такие вот опции. Уменьшить, увеличить показ изображений и так далее. Текст. Опции и меш-атрибуты, тут настраиваются разрешение, цвет. Таким образом это все есть. Сохраняется в формате BMP и PCX форматы. Терминал. Терминал позволяет обмениваться с другими компьютерами, тогда тех нет. Пожалуйста, трансферс, телефон, настройки, редакция и файл сохраняется в одном флаконе в TRM формате. Блокнот. Файл в текст формате. Редакция, поиск и помощь. Ничего особенного. Запись макрокоманд сохраняется в формате рек. Опции его. Давайте запишем что-нибудь, например, 0.14. Так. Просто так намлок не работает. Активирую еще раз и пошло-поехало. Такое на DOS-боксе. Итак, нажимаем пуск и что-нибудь нарисуем, хотя бы то же самое, что я делал. Раз, раз, раз и раз. Не, надо стереть. Во, как выяснилось, это ластик. Давненько не лазил по Windows 3.1 старых версий еще. Ну что ж, можно так и остановить запись макросов. Выйти из Paintbrush. Теперь можно запустить данную команду. Команда run. Не всегда так получается. Получается вот aborted. Ошибка. Можно выйти отсюда из рекордера. Card файл. Картотека обычная, файл в формате CRD. Редакция. Индекс это название карточки. Текущей карточки. Показ. Карт и лист. С помощью карты это добавить, удалить, сделать дубликацию и автозвонок осуществить. Поиск и помощь. Сохраняется в одном флаконе в формате CRD. Можно добавлять несколько карточек в одном флаконе. Полезная картотека. Календарь ничего особенного с добавлением событий. Покажу функции, которые есть. CAA формат. В одном флаконе тоже. Редакция, показ, еще шоу. Пожалуйста, обычный календарик. Будильник и опции.
калькулятор есть так и простой, так и научный калькулятор. Тоже ничего особенного, можно считать. Часы, пожалуйста, в таком виде часы, как на Windows 3.1. Это все есть. Упаковщик объектов. Правда, странным образом это не зипка, но такое есть. Упаковщик объектов. Таблица символов пригодится. Тут дополнительные символы, которые можно скопировать и вставить сразу. Медиаплеер самый обычный. Только аудио, WAV и MIDI плюс MMI, пожалуйста. Вот звук, WAV и MIDI. Обычный прегути, тоже ничего особенного, самый простейший прегути. Звукозапись в формате WAV пишет, помощь по поводу эффекта увеличения и уменьшения громкости, увеличения и уменьшения скорости, добавления эхо и в обратном порядке звук. Редакция — это копирование, вставить файл, микс сделать и тому подобное. Сохраняется в формате WAV без настроек всяких. Вот так вот пишется. Что-то там сработало. Но у меня DOSBox и микрофон не понимает. Поэтому в таком случае. Ну а так звукозапись работает. Можно записывать, если имеется микрофон. Ну и это еще не все. Поскольку это будущая версия для рабочих групп под кодовым именем Спарта. Есть чат. Сообщение. Позвонить. Есть редактирование, опции всякие. Со звуком еще есть. И, пожалуйста. Такой сам по себе чат, который уже, по сути, наверное, давно и не работает. Чат, но так и было раньше. Винметер, но что там... Ошибку выдает. NetWatcher тоже выдает ошибку, но такие приложения все-таки есть. Это нужно отметить. Вот игры. Всего лишь две игры. Это Пасьянс Косынка. Червы здесь нету. У оригинальной версии для рабочих групп. Не бета-версия, а оригиналка. Там есть червы. Кстати, удалось обнаружить сборку под номером 27. По сути говоря, последняя финальная бета. Windows 3.1 для рабочих групп под кодовым именем Спарта. Так что появится возможность. Сделаем обзор на как раз таки 27-ю сборку. А так надо готовиться к... основной системе Windows 3.1. Может, после этого обзора постараюсь в следующий раз запилить обзор на ту же Спарту, но 27-й сборки. А сейчас это 14-я сборка. Как видим, червы здесь нету. Зато есть сапер. У версии для рабочих групп там... У оригинала там 3 игры. Это как раз таки... Червы есть, тоже карточная игра. Под названием Hearts. Вот и все с играми, пожалуй. Ну и на всякий случай могу... Applications. Keybook. Keyboard, Keybook. Но это то же самое, по сути говоря. Что-то сказать... Опа, Cube Server есть. И повисло.
Да, блин. Не работает. Microsoft Mail. То же самое. Microsoft Shadow Plus. Тоже ошибку выдают. NetDDE. Написано, что типа запущен. Ошибка. Ошибка. Networking Chat то же самое. Рабочий. WinMeter нет. Microsoft Mail спойлер. Ну, конечно, надо войти под Microsoft, который уже, по сути говоря, не работает. Старые. Ну, на этом, в принципе, можно обзор завершить. Вот такая вот сборка получилась. Это Noi 14e, Windows 3.1, две рабочих групп, то есть Forward Groups, Noi 14e. Вот такая вот. Ничего сказать нельзя. Это первая сборка, на котором отсутствует игра червы, но появились функции сети, интернет. Тогда интернет был совсем другим и простым. Может быть, даже простым. Но когда появился-то первый интернет, может быть, даже сложной штукой тогда было. Поскольку тут новшество было. Но все-таки, что еще можно отметить? Теперь на этом все. Большое спасибо вам за внимание. Всего доброго и до свидания.